25 сентября в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась встреча на тему «СМИ, благотворительность, сотрудничество, партнерство, развитие». В ходе встречи состоялся открытый диалог журналистов и тех, кто профессионально занимается решением социально острых проблем. Одна из проблем социального служения – это некое недоверие, которое есть у населения, о расходовании средств, поэтому мы понимаем, что все должно быть открыто. Тема благотворительности – это, пожалуй, одна из сложнейших тем для освещения. В ее основе всегда лежит острая проблема, которая требует незамедлительного решения. Очень важный еще аспект один. Мы должны затронуть тему о личном участии журналистов в благотворительности. Потому что любой журналист, когда описывает какую-то социальную проблему, включается в нее, пропускает через себя и сам становится участником этого процесса. Своим материалом журналист должен призвать людей к помощи, вызвать сострадание и желание помочь найти решение проблемы. Но при этом он должен понимать и видеть рамки дозволенного. Одна из ошибок, да, журналистских, то есть в погоне за хайпом нельзя переходить, наверное, какие-то границы. Хотя сама хайповая система, она, конечно, для меня, лично для меня, она неприемлема. Готово ли общество на перемены? Готово ли оно направлять свои силы на благотворительность? Как раз-таки это возможно благодаря журналистскому материалу, ведь именно средства массовой информации формируют положительное общественное мнение, которое побуждает людей осуществлять помощь. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.